Глава 39. Честно, индивидуальное предприятие «Карельская береза» располагалось на первом этаже каменного здания, стоящего в глубине двора, и, как бы подтверждая верность названию фирмы, многолетние березы затемнили пространство, правда, не карельские, кряжестые, с черными наростами и белой корой, отчего казались полосатыми. Кроме названия, на вывеске изображались золотистые стулья, разумеется, двенадцать штук. В конторке, отгороженной от производственного зала реечной стенкой, их встретил довольно молодой человек, никак не тянувший на руководителя. «Нам бы директора?» — потребовал Голливуд. «В фирме не директор, а собственник. Хозяин, значит, — перевел челнок. Тогда собственника», — остановился на первом названии Голливуд. «Я собственник. Мы насчет заказа». «Садитесь, пожалуйста». Стульев было двенадцать. Пять у одной стены, пять у другой и два у стола хозяина. Визитеры сели на те, что у стола. Хозяин же на свое место не пошел, разглядывая их и, видимо, пробовал определить солидность клиентов — Голливуд ему помог. Нельзя ли поговорить с человеком, который непосредственно выполняет работу? Я выполняю. Моя фирма состоит из двух лиц — меня и жены. Берете любой заказ? Делаем мебель для господ с чувством собственного достоинства, — сказал он. Да вы не тяните, да вы взгляните. Хозяин провел их в мастерскую. Бесконечный ангар, разделенный на сектора. В первом лежали доски, фанеры, речки, бруски всех цветов, только что зеленого не было. Запах дерева, смолы и лака настолько был густ, что челнок расчехался. Хозяин сообщил тоном музейного работника. Дуб, бук, массив и шпон. Черное дерево, пальмовое дерево, палисандр строганный шпон ценных пород. Заметив рассеянность клиентов, мимо разнообразно диковинных станков хозяин провел их прямиком к возвышению, где стояли образцы мебели. В последнее время я работаю в стиле арт-деко. Нам не в стиле, буркнул челнок. Нет, в стиле, поправил Голливуд. Видимо, вас интересуют модули для офисов. Не модули. Сейчас заказывают ширмы, предположил хозяин. А нам бы ящик, наконец-то сообщил Голливуд. Какой ящик? Длинный и узкий. Вроде гробика, растолковал Челнок. Хозяин... Молодой человек в модном комбинезоне, белой рубашке, галстуке сперва оторопел. Затем эта оторопелость сменилась горделивым раздражением. «Господа, я не гробовщик, а столер-краснодеревщик, точнее, мебельный дизайнер. Нам и нужен дизайнер, только гробовой», — нашелся челнок. Хозяин скорым шагом повел их к выходу, показывая, что разговор окончен. Но в конторке Голливуд неожиданно сел, чему последовал и челнок. Предприниматель вкопано застыл, догадываясь, что это не клиенты, а, видимо, ракетира. Медленно и бочком он проник за свой стол, под которым находилась тревожная кнопка — Братан, не брызгай слюной миролюбиво, предложил челнок. Мы же заказ делаем. На гроб, усмехнулся хозяин. Но ногу до кнопки не дотянул. На узкий футляр. Из ценных пород дерева, вставил Голливуд. Футляр для чего? Для тела мужского. Высушенного. — уточнил Челнок. «Для покойника?» Челнок, которому было поручено начать переговоры, озлился, задышал тяжело, маленькое лицо побелело, ноги задергались так, что казалось, он бежит, сидя. «Какого хрена раздуваешь ноздри? Покойника будем держать, картошку ли хранить, тебе не все ли равно? Баксами платим, мать твою!» Последние слова не про мать, а про баксы. Краснодеревщика смягчили. Оправдался он примиренчески. Я должен знать характер заказа. Голливуд счел, что пришла пора вмешаться. Он встал, пересек конторку тремя рассекающими шагами и заговорил тоном, перебить который не поднимался язык. Футляр примерно 2 метра на пол метра. Вообще-то, их делают из ливанского кедра, но сойдет и палисандр, или что-то вроде. Крышку надо украсить драгоценными камнями и золотом. Каких-нибудь камешков и кусков бронзы мы принесем. На крышке придется вырезать имя клиента и что-то вроде клинописных букв. Ну, бальзамировать кошку просить не будем». «Какую кошку?» «Которую кладут с клиентом, поскольку священное животное». «Но вырезать барса из черного дерева надо». Лицо предпринимателя менялось по мере поступления информации. Щеки задергались, глаза сузились, губы вытянулись, злость играла. Но он ее сдерживал — отчего лицо стало твердеть, как у барса, вырезанного из дерева, только не черного, а красного. Заметив это, Голливуд достал из кармана глянцевую картинку и бросил на стол. Краснодеревщик ее разгладил. «Это же саркофаг!» «А мы про что?» — ожил челнок. «Произведение искусства». «Не надо произведения», но чтобы смотрелся, нарядный чтобы уточнил Челнок. Краснодеревщик зримо погрузился в неуверенность. Голливуд его взбодрил. Из того же кармана достал деньги и положил на фотографию саркофага. Две тысячи долларов аванс. Всю работу сам оценишь. Краснодеревщик погладил деньги. Когда они вышли на улицу, челнок вздохнул. Черное дерево, бронза. Зачем все это мумии? Ей клали в саркофаг и меню. Нахрена? Кормиться в потустороннем мире. Ради этих денег я бы мумию в рюкзаке принес. Саркофаг — это дом для души, просветил его Голливуд. Глава сороковая. В будни парк жил чужими звуками, долетавшими с улиц. Не работали аттракционы, не было почти людей, не скрипел под их ногами песок и не слышались крики детей. Теплый конец осени. Солнце светит и греет, но куда оно не попадает, там черно и холодно. Сперва Чедович и Аладько прочесывали парк порознь, но с середины дня начали ходить парой. Какой смысл кого-то высматривать на второй день происшествия? Начальник считал, что смысл есть. Да и капитан Аладько смысла не отрицал. Какой, удивлялся Чедович. А почему убийцы частенько приходят на похороны своих жертв? Бандитские братки не приходят. Ну, эти за гранью. Капитан, какой смысл преступнику лишний раз светиться? В любопытство. Ценой собственной свободы? Это особое любопытство. Ходили они по эллипсоидной кривой. И с таким расчетом, чтобы будка «Оракул» не выпадала из их поля зрения. Вчера эксперты-криминалисты в поисках любых следов чуть было не расщепили ее на составные части. «Капитан», — спросил Чедович, который называть старшего товарища по имени стеснялся, «и много случаев, чтобы убийца приходил к жертве?» «Немного, но случались. Есть ситуации, когда преступник почти всегда находится рядом с трупом, и я бы сказал, обязан там быть» при автонаездах? Нет, я имею в виду действия умышленные, когда муж убивает жену или наоборот. Среди гулявших в парке они и выделялись. Один очень высокий, худой, нескладный, с костистым лицом, обтянутым дубленой кожей. Второй — роста среднего, фронтоватый, с русами, кудрями до плеч, не иначе, как известный артист со своим телохранителем. У меня, Володя, был эпизод, когда убийца заделался понятым при осмотре его жертвы. Как же так? Труп на улице, ночь, прохожих мало, нужны понятые. Я квартал отъехал, увидел гражданина, ну и попросил в понятые. А он-то ножом и пырнул. Чедович хотел расспросить, что было дальше, но высокие кусты заслонили будку и все прилегающее пространство. Они свернули на другую аллею, больше похожую на просеку, прорубленную в толстых светлоствольных тополях, где Аладька уже начал другую историю на ту же тему. Или вот эпизодик. Осматриваем труп в квартире. Вдруг входит мужик. Что надо? Замешкался, закашлялся, Короче, убийца. Вернулся за оброненной кепкой. Вспомнил, что могут найти по одной волосинке, поскольку ДНК. Ну, а не пришел, то и не нашли бы. Еще бабушка надвое сказала. День перевалил на вторую половину. Парковый кислород и длительная ходьба навели их на почти одновременную тему. Первым высказался Чедович, что как-то видел по телевизору развлекательную передачу «Кто эротичнее съест банан?». А Ладька заметил, что сардельку есть эротичнее. В результате Чедович сбегал к ближайшему ларьку, откуда принес бутерброды с курятиной и минералку. Они сели на скамейку, не выпуская взглядом объект наблюдения, и закусили. Аладька, правда, заметил, что курятина отдает кошкой. Лейтенант его не поддержал, но не потому, что лично покупал бутерброды, а потому, что никогда кошек не ел и вкуса их не знал. Чедович вернулся к прерванной теме. «Совпадение до случайности, а вот так, чтобы убийца пришел с целью глянуть на убитого, было. Нашли в лесу труп с ножевым ранением в яме, завален хворостом. Труп увезли в морг. По рекомендации следователя прокуратуры Рябинина устроили засаду. Начальство матерится, людей на дело не хватает, а тут пятеро суток кто-то дежурит. На шестые сутки к яме подошел грибник с корзиночкой. Осмотрелся и начал разгребать сучья. Тут его и взяли. «Ну почему?» Почему он пришел-то? У Рябинина есть какая-то теория. Я думаю, что убийца не выдержал пытки неизвестностью. Он совершил убийство. По его понятиям, чуть ли не подвиг. А по телеку не показывают, в газетах не пишут. Его вроде бы никто не ищет. Молчанка. В голову лезут всякие мысли, в том числе и глюки. А может, и не убил? Вот нервы и не выдерживают. У нашего артиста нервы выдержат. А вдруг пошлют того? Маленького, которого ты упустил. Их скамейка со временем оказалась в тени, и они сразу почувствовали осень. Ветерок побежал нелетний, сквозняковый. Он, ветерок, решил потрепать клен. Да ведь не лето, с него сразу тяжело упало несколько испуганных, покрасневших листьев. Аладько потирал руки. Чедович изредка шевелил плечами, словно они чесались. Оперативники не замерзли. Переживали вынужденное безделье. Свои дела стояли, ребята в отделе зашивались, алатька вздохнул. Совчатый увольняется. Он же работает без году недели. Явился к полковнику, сообщил, что потерял табельное оружие и принес готовенький рапорт об уходе из органов. Совесть заела. «Наивный ты, как и твои локоны», — усмехнулся Алатька. «Полковник мне приказал ехать с совчатом и без пистолета не возвращаться». Если не найдет, то, говорит, сверни ему голову. Ну где же возьмет, если потерял? Через час оружие мы привезли. Пистолет лежал у него дома под подушкой. Перед увольнением задумал присвоить? Уже не первый эпизод. Специально идут в милицию, чтобы получить оружие, удостоверение, обмундирование и смыться в охранную структуру или в бандитскую. Они поговорили о кадрах, которые набирают даже по объявлениям на заборах, о непрофессионалах, которых назначают на руководящие должности, о литерных оперативных мероприятиях, дающих хороший результат, о себе, о дураках, рискующих жизнью за мизерную зарплату об американской полиции, имеющей на вооружении 12-зарядный Смитти Вессон и автомобиль Мустанг, не идущий в открытую продажу. Разговор оборвался разом, на полуслове, словно они были приборами, которые обесточили. Оба смотрели на женщину с распущенными волосами цвета жидкого кофе. Она прошла мимо томно-ленивой походкой, и как-то сияя загорелым лицом в упавшем на него солнце. Аладька выдернул из пиджака карандашный портрет женщины, хорошо нарисованной Дашей, супругой потерпевшего. На секунду оперативники впились в него взглядами. Не сговариваясь, скачили и пошли за ней. Конец аллеи был густо затенен кустами жимолости. Здесь расходились в стороны две загогулистые и уже сумеречные дорожки, на которых женщины уже не было видно. Ладька приказал «Я по этой, ты по той». Оперативники разошлись. Чедович побежал по своей. Уже после второго поворота он ее догнал. Девушка обернулась. «Ну?» «Мадам, хочу познакомиться». «А ты кто?» я клон. Из пробирки усмехнулась она вроде бы одними карими глазами, блеснувшими полированным деревом. «Я из бутыли», — пошутил и он. «И много там вас склонов». «Где?» «В милиции». Удара он не видел. Острая, прямо-таки костяная боль посадила его на землю. По хрусту веток лейтенант понял, что она ушла напрямик, через кусты. Хруст веток с противоположной стороны привел Аладька. Капитан спросил, сдерживая, не то крик, не то рев. — Убежала? — Да. — А чего ты сидишь? — Изучаю ее следы, — буркнул Чадович, потирая ногу. Глава 41. Что такое ближний пригород? Это когда из леса виден микрорайон. Пансионат походил на желтый деревянный торт. Столько на нем было наверчено верандочек, башенок и балкончиков. Утонуть в зелени он не мог, потому что сосняк был прорежен, как и все пригородные леса не то мелкое озерцо, не то водянистое болото расположилось рядом с пансионатом. На том берегу стоял домик частника, тоже желтый, видимо, крашенный остатками пансионатской краски. Начальник хозяйственной или какой там части водил Голливуда по пансионатскому дому, пустому и игулковатому. «На улице тепло могли бы функционировать», — заметил Голливуд. Нерентабельно. Путевки дорогие, никто не едет. Консервируем до мая. Доживете? Договор дороже денег. Администратор смотрел на нового работника с сомнением. И хотя Голливуд был в кирзачах, в потертой теплой куртке и в кепке, на сторожа он не походил. Усики, бородка, шрам — кепка на нем сидит, как с чужой головы. Походка в развалочку. Такой видный парень согласился сторожить всю зиму за деньги символические. «Вы того не злоупотребляете?» «Употребляю, но не во зло. Жить-то придется здесь, само собой. Всего одна соседка, вон в том желтом домике, тетя Вера» бывшая сторожиха. Они прошлись по комнатам для отдыхающих, тихих и уже остуженных, по двум гостиным с занавешенными телевизорами, по душевым, обезвоженным на зиму, по столовой с перевернутыми столами, по кухне, казалось, еще хранивший запах котлет. «Ну и плита», — удивился Голливуд. «Да, быка можно зажарить». Здесь готовили на сотни людей. Они вышли на явное ветшавшее парадное крыльцо. Администратор осмотрел, вздохнул и встречу заключил. «Жду вас завтра в конторе. Телефон знаете. Всего хорошего». И он пошел не совсем уверенно, словно ему мешали листья на песчаной дорожке. Голливуд проводил его до калитки и долго стоял, разглядывая зерцо. К осени без дождей оно обмелело, и у берегов обнажились валуны, словно высунулись крутолобые тюлени. Голливуд тоже вышел за калитку и прошагал до густого альшаника, где прикрытая листвой стояла девятка. Из нее вылез челнок. Вася, знакомься. Перед тобой сторож пансионата «Холодные ключи». «С тебя причитается», — нашелся челнок. Они вытащили две громадные сумки и отволокли в одну из комнат пансионата, но сели в просторной кухне, где было уютнее. Голливуд достал бутылки и еду, изобилие, как в ресторане. «Клево!» — решил вслух челнок. «Но есть один зигзаг», и Голливуд взглянул на него темно-синим взглядом, в котором темноты было гуще, чем синевы. Челнок кивнул. В его жизни зигзагов больше, чем прямых. Когда они выпили по первые, Челнок глубокомысленно заметил. «Надо было мне идти в хоккеисты. Там миллионные контракты. Ты разве играешь?» хреново. Но мне и не надо миллионов, можно поменьше. Васек, ты дурак или прикалываешься? Челнок не обиделся. Обижаться ему не по карману. Дурак — это человек, который ничего не знает и ничего не понимает. А нет ли в этом ума побольше, чем у самого умного? Ведь жить спокойнее. Да и везет дуракам. Был у него дружок, Дурнее не бывает. Купил в секонд-хенде куртку понушенную, а в кармане нашел пачку баксов тугую, как черствый батон. Зигзаг тебе известный С пансионата не отлучаться и людям не показываться, поскольку ты гражданин Чумидзе. Был у него дружок по имени Чума. Мало того, что идиот, да еще и педик. Тетя этого педика умерла и оставила ему, педику, загородный коттедж. «Вася, и не вздумай пойти к Виталичу. Он без приглашения не принимает». А Сонька, общественная миска, с головой набитой цацками, вышла замуж за персидского хана — и теперь разъезжает на белом верблюде. Григорий, этот Виталич живет лучше тебя, как прыщ на заднице. Торговать раритетами выгоднее, чем взять обменник. На кухне было полно посуды, но они еле пили привычным образом из консервных банок, руками, с бумажек и стаканов. Голливуд пил коньяк, но больше обычного. Челнок осмотрел кухню. Сильнее всего удивила плита, и особенно духовка или какая-то жаровня. Свинью можно целиком запечь. «Житуха, как у мясника брюха», — заключил Челнок. «Об этом ли я мечтаю?» — усмехнулся Голливуд. «А об чем?» На испанском курорте Коста-Бланка самый длинный песчаный пляж, на котором жизнь кипит всю ночь. Чего делают-то? В Баден-Бадене алкоголиков считают больными и утром выдают 15 марок. На похмелку, значит. А на Самуа пьют только пальмовую водку. Гриша, это ты все про что? Челнок уважительно смотрел на товарища. «Профессор в натуре!» Если его лицо что и портило, так лишь непрерывно перекрестные морщинки, значение которых Гриша ему давно растолковал. Они, эти кожистые бороздки, говорили о силе личности, которая даже не болеет. «Жизненная нестыковка». Виталич — жирная пельменина, у которой долларов, что у дурака махорки, командует самим Голливудом. Нахрена такой прикол? Вася, а ты о чем мечтаешь? Челнок вопроса сразу не понял, поэтому налил полстакана водки, медленно выпил и закусил шпротинкой, изловив ее в банке за хвост. Когда о чем? То есть, когда пожрать, когда выпить, когда о бабе, ну и а выпить. И все. Главное, чтобы не попасть на шконку. Васек, а о чем-нибудь романтичном? Например, заиметь первоначальный капитал? Зачем? Пропью. Голливуд со стаканом в руке подошел к окну, опоясывающему всю стену. Гладь озера не блестела, отуманилась, словно вода в нем была горячей. Сухая осень, березки на берегу пожелтели, и даже зеленые листья осыпаются. «Ну, желаешь чего-нибудь сильно, вот до зуда кожи?» — поставил Голливуд вопрос иначе. «Чего зудеть?» Тогда зачем живешь? Все живут. Челнок. Крысы поедают своих детей, если те рождаются уродами. Намекаешь, что я похож на крысу? Голливуд хохотнул, чуть не расплескав коньяк. На всякий случай хохотнул и челнок. Вася, я хочу сказать как природа беспокоится о продлении жизни. А тебе жизнь вроде бы и не нужна. Когда есть бабки, то нужна. Васек, наркотики, спит. А не освобождается ли природа таким образом от балласта? Какого балласта? Людей, не ценящих жизнь. Ты хоть смерти-то боишься? Челнок задумался надолго и всерьез. Так ведь и вопрос был задан не пустяковый, даже водки не выпил, грей стакан в руке. Откашлявшись, как перед докладом или перед важным заявлением, он заговорил: Андреич, смотря какое житье после смерти, Ты про загробную? Нет. А про какую же? которая на земле после смерти. Голливуд усмехнулся, пригубил коньяк и разговор оборвал, поскольку Васек пьянел скоро и начинал молоть несуразицу. Но напарника тема задела. Посопев своим коротким носом, челнок поделился, видимо, тайным. Крестьянин в Америке завещал похоронить себя рядом со своим домом, но не в могиле а в бетонном бункере. Ну и что? А в рот ему вставили трубочку и вывели наружу. Приятели в гости приходят и покойному рюмашку через трубочку вливают, и жизнь его продолжается. А без алкоголя жизни нет. Неужели кофей сосать? Тот ты, Васек, ходишь как покойник. Андреич, у тебя походка тоже костыльная. Взгляд челнока нарвался на синий огонь. Огонь других глаз. На шрам, покрасневший, посиневший, на бородку, ставшую проволочной, на побелевшие морщины бороздки. Андрич, да я так, к слову. Живи здесь тихо, как гриб в земле. На днях привезу мумию. Челнок кивнул сильно и с чувством, как лошадь на водопое. Глава 42 Ни коровы, ни козы, ни кур, даже собаки нет. И в городе осень все выкопано и собрано. Нечего делать. Варвара Федосеевна от лживости этой мысли даже поморщилась. На земле, да и сидеть без дела, срам. Она глянула в окно на озеро, морщилась не от безделья, а от страха, засевшего где-то в голове, в костях черепа. Казалось бы, отдыхающие пансионаты мешали все лето музыкой да играми. А поди же ты, ей жилось спокойнее. Варвара Федосевна вышла на крыльцо, где на солнышке проветривался выкопанный чеснок. Она скоренько сгребла головки в корзинку, да не все, из семи головок сделала что-то вроде бус на шнурке, повесив их на шею, и опять глянула на озеро, как собака, на которую замахнулись палкой. Треск подъехавшего мотоцикла успокоил. Участковый слез с мотоцикла и подошел к женщине. Поздоровавшись, он заметил. «Кто же на груди чеснок сушит?» «А я не сушу. От насморка не угадал». Пройдем в дом. Федосевна, некогда. Говори, зачем милицию вызывала? Все-таки он сел на скамейку под окном, села и хозяйка, шумно вздохнув. Молод участковый, мальчишка в погонах. Поймет ли? И все-таки призналась. Федор, боюсь я. Милиционер глянул на нее, чуть был не усмехнувшись ширококосная, крупная, выше его ростом и по-деревенски ухватистая. Боишься воров? Мужа. Он же умер давно. Утонул вот в этом озере. И ходит. Вчера был. Вот чесноком и повязалась. Говорят, нечистую отгоняет. Еще надо опоясаться узловатой веревкой. Участковый глянул на часы. Сейчас уйдет. Женщина схватила его за локоть. «Федор, ты не все знаешь. Тогда здесь не работал. Труп-то его не нашли. В таком маленьком озере. Тот берег топкий, в болото переходящий. Ну и вынесли решение, что его топь засосала. И он теперь ходит к тебе. Вон под то окно приходил. И видел лицо. Только тень метнулась к калитке. Варвара Федосевна. У меня в садоводстве натуральные соки восемнадцать дач обнесли, а я тут про утопленника. Участковый не поверил бы, что лицо такой крепкой и не очень старой женщины может измениться в миг. Прилившая кровь летний загар потемнила, как задубила нижняя губа отвисла и стала синеватой. Зрачки сделались как бы самостоятельными, двигаясь вперед. Пальцы рук побелели. Участковый снял фуражку и положил рядом. Хрен с ними, с натуральными соками. Федор, если бы знал покойного, думаю, это был дьявол во плоти. Вот терраса жила, жила, и дьявол. По пятницам он посыпал крыльцо солью. Его носовой платок всегда был в крови. Нос слабый. Он спал с открытыми глазами. Ну, а я храплю, Федор. Умершие не своей смертью всегда ходят. Участковый хотел задать ей главный вопрос. «При чем здесь милиция?» Уж не хочет ли женщина, чтобы он изловил утопленника? Но Варвара Федосевна встала так, что головки чеснока сорвались с груди и раскатились по земле. Она подволокла участкового к окну и показала рукой на землю. Высокие садовые ромашки с цветками шириной в ладонь поникли на сломанных стеблях. Участковый согласился. «Да, жалко цветы». Да ты глянь на почву, на следы. Следы были и довольно отчетливые. Бесплотный дух с такой силой вдавить не мог. И непонятно, ни человек, ни корова, ни лошадь. Круглые вмятины с небольшим выступом. Как бы нога человека, но без пальцев. — милиционер произнес негромко. «На парнокопытное не похоже». «На однокопытное тоже», — поддакнула хозяйка. Они вернулись на скамейку. С того берега доносился запах далекого болота, застойной воды, мокрого дерева и багульника. Участковый спросил. «В пансионате теперь кто?» «Наняли сторожа», приличного. По-моему, не пьющий, солидный. Предупредил, что иногда к нему будут приезжать гости с музыкой на шашлыки. Вот, — обрадовался участковый, — теперь бояться нечего. А я, Варвара Федосевна, буду заскакивать. Глава сорок третья. Голливуд начал ощущать движение времени. Оно словно засвистело в ушах диким ветром. Убегало, бросив его по дороге. Надо было спешить. Что остается после ушедшего времени? Заросшие поля, развалины, пересохшие реки, руины, кладбища. Спастись от бега времени можно только одним способом, чтобы оно тебя подхватило и понесло с собой. Знакомое здание больничного морга, казалось, стало еще приземистее. Время по миллиметру в год погружало его в землю, и пока оно не погрузилось окончательно, Голливуд нажал кнопку звонка. Дверь не открылась. Открылось окошечко, чуть побольше сигаретной пачки. Зато глаз в нем был знаком. Этот глаз помаргивал себе, не желая открывать запоры. Понятно, час ночи. Голливуд прикрикнул. Не узнаешь?» Замок лязгнул недовольно, но дверь лишь приоткрылась. «Что надо?» «Впусти сначала». «Уже раз впускал», — буркнул санитар, но дверь распахнул. «В милицию вызывали?» «Хуже. Чертовщина произошла. Давай присядем. Опять органы нужны». «Есть дело посерьезнее», — внушительно заверил Голливуд. Санитар провел его в тот же самый кабинет, на этот раз запах сладковатой гнили был ощутимее, и Голливуд решил ни под каким видом не ходить в тот зал, где лежали мертвецы. Но запах доконал. Ты хотя бы кофейку заварил по душисте. Если начну поить каждого, то без штанов останусь. А я и пришел насчет того, чтобы у тебя штанов было много и разных. Кофе санитар сделал, но его чуть живой порошковый аромат не смог перебить духа покойницкой. Вот так привяжется и будет вспоминаться при любом кофепитии. Голливуд спросил. «Тебя звать-то как? Савелий». «Так какая произошла чертовщина, Савелий?» «Приезжаю в морг номер один, в главный городской, а он там лежит». «Кто?» труп, который вы забрали. И что ты подумал? Хрен его знает. Наверное, думаю, они его клонировали. Савелий, мы его потеряли в пути. А милиция проявлялась? Само собой. Мне пришлось решетку на окне отжать и стекло выбить. Мол, труп украли. Парень смышленый. Именно такой и был нужен. Сообразительный, нахальный, с медицинским образованием, только вот запах. Не несет ли от его медицинского светло-зеленого халата, окропился бы спиртом? Савелий, ты здесь ежедневно торчишь? Не каждый, но частенько. И почему? Я студент. Хочу стать классным хирургом, отрабатываю на трупах технику. Голливуд немало прочел статей и книг о криминале, в которых, когда явно, когда скрыто, обозначалась мысль, что преступник человек психически ненормальный. А резать мертвое человеческое тело нормально? Да еще нюхать запах этого гниющего человеческого тела. Савелий, спирт есть, но ну. дело у меня серьезное. Давай по соточке разведенного». Савелий развел спирт в какой-то стеклянной узкой емкости, не из-под кишок ли, и разлил по стеклянным округлым чашкам, не из-под почек ли. Выпили, закусив квашеной капустой и черным хлебом, и Голливуд приступил к делу. «Савелий, предлагаю создать фирму». «По продаже органов?» — скривился медик. «Нет. Под названием примерно таким. Гипрозбыт мумия. Или мумия продакшн. Или мумия интернешнл. А?» «Мастер шутит?» «Мастер жилу нашел. Да кому эти мумии нужны?» «За тысяч десять зеленых с руками оторвут». «Кто?» коллекционеры. Новые русские, вип-персоны, кто скачет за имиджем и престижностью. Слегка дутловатое лицо Савелия начало подергивать легкий, почти незаметный тик. Если сюда прибавить взгляд, не могущий замереть на одной точке, то создавалось, как ни странно, впечатление ожившего мертвеца. Голливуд вспомнил, что и при первой встрече это лицо назвал он динамичным. Савелий, все дело в том, чтобы изготовить мумию. Не проблема. Вскрыть, выпотрошить. Появился новый способ. Влагу с жиром откачать и заполнить пластиком. Мумия должна быть неузнаваемой. Так что старый способ проще — просолить, высушить, смолы, гудрон, бинты. Щеки Савелия вдруг онемели, словно тика и не было. Взгляд успокоился, наконец, отыскав недвижимую точку — Какая-то догадка осенила будущего хирурга, да не осенила, а сковала. «Для мумии нужен труп», их сколько угодно. В моргах? Зачем? Знаешь, сколько умирает бомжей? В холодные ночи десятками, без документов и без родственников. А это будет законно? Государство спасибо скажет. Не надо тратить деньги на похороны. Савелий оттаял мгновенно и настолько, что Налил еще померки. Голливуд тут же распределил обязанности он достает свежие трупы и сбывает готовую продукцию, а Савилий мумифицирует. От оплаты в пару тысяч долларов медик пришел в тайный восторг. Голливуд встал. В подвале моего дома помер бомж от какой-то технической жидкости. Завтра и начнем. Я приеду за тобой сюда. А условия? Печь? Ингредиенты? Условия такие, что сам пожелаешь стать мумией. Глава 44. С самого утра Рябинину в голову лезли мысли об информации. Кокаин, героин, марихуана, наркотики. А ведь есть наркотик, не слабее этих классических. Информация. Правда, она не губит людей физически, но засасывает в свою пучину с головой. Ее вреда никто не изучал. Информация, как и наркотики, может выступать в чистом виде. Например, Телесериалы, в которых человек живет и ничего не знает о жизни подлинной. Ради телепередач, новостей, детективов в мягкой обложке, сплетен, жертвовали здоровьем, воспитанием детей, духовностью. И вал информации рос и накатывался. Молодежь уходит в интернет, как в наркоту. Сидят там сутками. Только что прошло сообщение, как подросток убил родителей. Они запретили сутками играть в компьютерные игры. Рябинин остановил мысль на каком-то моменте. Он привык осознавать причину своих тревог. С чего это бросил составлять обвинительное заключение и зациклился на информации? Все с того. Раздражала. Брал газету, читал до двух-трех ночи, утром вставал и хоть убей не мог вспомнить ни крупицы прочитанного. В голове осела муть из черти чего. Какой артист с кем развелся и с кем сошелся? Сколько раз была замужем Элизабет Тейлор? Как выщипать брови? Какое количество бандитов собралось на сходку? Для чего нужно масло ши, безопасный секс, взрывы, убийства, курс доллара, дневник проститутки? Самым сильным раздражителем была криминальная информация. Хотя бы тот же самый телефон. Он, телефонный аппарат, коли его упомянули, отозвался вежливым звонком. Вежливый голос майора осведомился. «Как жизнь, Сергей Георгиевич?» «Ты по делу?» — почти огрызнулся следователь, потому что терять бдительность с майором нельзя. «Сергей, по-твоему, собакам зубы чистят? Почему бы нет?» «Я видел тюбик. Знаешь, как называется?» «Паста для полости пасти». «Боя, а тебе что, делать нечего?» «Да тут вопрос проявился». Наш район больше других районов города. В связи с чем такой вопрос? Находочку обнаружили в зеленке за автострадой. Рябинин помолчал, сдерживая злость. Знал он его находочки. Какого черта тянет, когда наверняка нашли мертвое тело? Майор его догадку засек. Нет, Сергей, не труп. А что же? Отгадай с двух раз. Младенец? Нет. Детский плод? Нет. Голова? Опять не угадал. Руки, ноги? Ближе, но не то. бури хватит дурака валять. Полный набор внутренностей человека. И больше ничего? Нет. Так сказать, паста для полоскания пасти. Десятки рябининских вопросов пресекла деловая мысль. Надо ехать. Майор знает, что для осмотра частей тела, так же, как и для осмотра трупа, нужна полноценная следственная бригада с экспертами и понятыми. Машину уж, наверное, выслали. Место происшествия было в 70 метрах от бетонки, почти на обочине отходящей грунтовой дороги. Рябинин догадался, почему не в глубине лесопосадки, чтобы не оставлять на почве следы протектора. Вместительный размером с цементный мешок из крепкого мутного пластика, темнобордовый от органов и главное от слитой в него и загустевшей крови. Эксперт-криминалист сделал несколько фотографий. Рябинин в протоколе привязал находку к местности. Может быть, из какой-нибудь больницы?» — предположил Леденцов. «Их близко нет. И зачем вести так далеко?» — не согласился Рябинин. «Был мужик», — сообщил понятой, заметив в кровавом месиве половой член. Когда эксперт-криминалист кончил искать отпечатки пальцев на поверхности мешка и вознамерился его развязать, Рябинина осенила. «Стой!» «Правильно!» — догадался и судмедэксперт. «Как и на чем осматривать содержимое? На траве в сумерках деревьев? Трупы же на месте происшествия не вскрывают?» Судмедэксперт попросил. «Сергей Георгиевич, отправьте в прозекторскую, а вечером мне позвоните. Уже какая-то информация у меня будет». Автомобили разъехались. Одна в морг, вторая в РУВД, третья в прокуратуру. Рябинин с майором успел лишь перекинуться словами. «Боря, как наш артист, работаем. Не забудь про вторую задачу. Куда они раритеты сбывают?» Вечером, когда Рябинин хотел взяться за телефонную трубку, поскольку конец рабочего дня, судмедэксперт позвонил сам. «Сергей Георгиевич, письменное заключение дам только через пару дней. Гистологию надо сделать. «А устная?» — перебил следователь. «Ну, мужчина средних лет, пил, цирроз печени, атеросклероз артерий». По мере перечисления болезней Рябинин терял интерес. Видимо, естественная смерть бомжа. Но кто и зачем его вскрыл? Где само тело? Или это опять проделки звероводов, например, любителей нутрий? А когда наступила смерть? Примерно сутки назад. Уместно ли спрашивать о причинах смерти без тела, без головы? Судмедэксперт бросил как бы между прочим, но явно предвкушая реакцию следователя. «Сергей Георгиевич, его убили». «То есть как?» «Видимо, ударом острого металлического предмета в подлопаточную область. Раневой канал проникает через плевральную и брюшную полости» заканчиваясь в печени. Глава 45. Геля дала свой телефон и пригласила в гости, предупредив, что живет с родителями. Следовало бы сходить, познакомиться с предками, попить чайку. Но время убегало, вернее, оно сжималось, делаясь плотным, словно застывающий студень. Поэтому Голливуд позвонил и договорился встретиться у метро. Какой дурак придумал слова «беречь время»? Как можно беречь то, чем не владеешь? Оно идет себе и идет. Время не деньги, не убережешь. Беречь время — это уплотнять его. Геля пришла вовремя и замешкалась. Кивнуть ли, подать ли руку? Голливуд повел себя, как со старой доброй знакомой, поцеловал в щечку, хотя манили мягкие губы. Он предложил. «Пойдем? Куда?» через дорогу мне нужно в банк. По пути Голливуд искоса любовался ею. Светло-шоколадные густые волосы, свитерок тонкой шерсти цвета кофе, сильно разбавленного молоком, коричневая кожаная юбка, походка одновременно ленивая и сильная, что давала грациозность большой кошке. «Зачем тебе в банк?» — спросила она. Доллары из Штатов перевели через Вестерн Юнион. И он скрылся за дверью. Геля закурила, неторопливо, приготовившись ждать. Но он вышел минут через десять, показал ей пачку купюр и взял под руку. «Можем кутнуть?» За этим и пригласил. Пригласил для серьезного разговора. Геля огляделась. «Здесь, посреди улицы?» Он понял и завел ее в ближайшее полуподвальное кафе, которых в городе стало больше, чем автобусов и трамваев. Голливуд пошел к стойке. Гелия посоветовала: Если разговор серьезный, то спиртное не бери. Он вернулся к столику с двумя чашками кофе, плиткой шоколада и бутылкой шампанского. Это же не спиртное. Чтобы подчеркнуть значимость момента, Голливуд помолчал, глотнул кофе и отпил половину фужера. Геля время уплотняется. Не поняла. На решение проблемы у меня есть несколько дней. Все равно непонятно, рассмеялась она. Голливуд молчал, не зная, как начать. Требовалось какое-то вступление, умное, понятное и простенькое. Иначе его слова прозвучат, как хлопок петарды над ухом. Геля, в 17 лет я был романтиком. Мечтал о киносъемках, о Голливуде. У меня и кличка была Голливуд. Осуждаешь себе, кто такой романтик? Это лох? А кто такой лох? Дурак, простак. Ее ореховые глаза блеснули непонятно каким блеском. Сочувствием ли усмешкой, Голливуд догадался, что не надо ползти в дебри, надо сразу. Да и чего он тянет-то? Не банк ограбить предлагает и не дому взорвать. «Геля, давай объединим нашу жизнь». «Что?» «Бросай английский, своего бизнесмена, и будем вместе» делаешь мне предложение?» «Какая пошлость!» — поморщился Голливуд. «Предлагаю объединить судьбы». Он сделал глоток шампанского и огляделся. Низкие окна полуподвала казались черными. На стенах горели полуслепые бра в форме свечей, явно потухающих. Публика обычная, хохочущие девицы да парни, походившие на футбольных фанатов — здесь ли говорить о слиянии судеб да и не так он начал сейчас геля начнет выяснять что такое объединить судьбы но она удивилась другому григория а чувства вопрос для психиатров тогда чем же объединять судьбы геля Глянувший на нас человек сразу определит, что физически мы подходим друг к другу как бриллиант к золотому колечку. Ну а любовь ⁇ это сексуальная магия. Непонятно. Любовь ⁇ это надстройка. Над чем? Над базисом. А базис ⁇ это секс. Григорий, как же можно соединяться без чувств, без любви? Геля, не смеши электорат. И не вздумай это сказать молодежи. Они тебя жидкостью обмочат. Какой жидкостью? Пивом. Любовь. В школах начинают трахаться с шестого-седьмого класса. Круто растет количество внебрачных детей у пятнадцати-восемнадцатилетних. Григорий, где я раньше работала, лаборантка влюбилась в инженера. Когда он женился на другой, лаборантка умерла. Остановилось сердце. Прикольный анекдот. Похоже, Геля расстроилась. Рот нервно приоткрылся, мягкие губы потяжелели, светлая полоска пересекла загорелый лоб. Нервными пальцами схватила она бокал с шампанским и выпила. Но почему обида? Женская психология рассказала про смерть от любви. Он мог ей рассказать другой прикол, получив предложение девицу от счастья, хватил инсульт. Григорий, я о тебе ничего не знаю. Ты похож. На гордую птицу без гнезда Голливуд довольно кивнул. Пошел предметный разговор о том, что можно выразить словами и цифрами. Что ты хочешь узнать? Кем работаешь? Какая специальность? Где живешь? Есть ли у тебя родственники? Голливуд закурил японскую сигарету, распахнул вельветовый пиджак, высвободил вязаный галстук, тряхнул темно-каштановой гривой и развалился на стуле, сколько было возможно. «Геля, я нигде не работаю. У меня нет никакой специальности. А египтология?» «Туфтил. Я не получаю зарплаты». Нет у меня и родственников, машины тоже нет, нет и квартиры, геля, у меня ничего нет. Как же шикарно одет, доллары. Геля, у меня ничего нет, кроме одного, у меня есть перспектива, богатая, как алмазное месторождение. Недоумение с ее лица не ушло. Пожалуй, алмазное месторождение тревоги добавило. Голливуд заговорил быстрее, чтобы она все поняла и успокоилась. «Мои деньги за рубежом. Я их заработал бизнесом, продажей раритетов. Что ты называешь объединением судеб? Едем со мной, Геля. Куда? За границу. Проматывать твои деньги?» — усмехнулась она недоверчиво. «Геля, я покупаю там турагентство и буду заниматься турбизнесом». «Купить турагентство? Это же дорого. Денег хватит. Особняк я уже там приобрел». «Григорий, а я тебе зачем?» «Ты будешь кем пожелаешь. Топ-менеджером, управляющим турагентством. Или будешь моей королевой?» Но ведь ты знаком со мной всего несколько дней. Голливуд даже не ответил, зная свою проницательность. Это в романах пишут, что якобы человек есть великая тайна. Неужели? Но у людей одинаковые поступки, похожие желания, единообразные мысли, совпадающий образ жизни. И это у миллионов. Какая же здесь тайна? Геля, ты подумай. Но не более двух дней. Тебе и ночевать негде, спохватилась она, спустившись с небес долларов, особняков и турбизнеса. В моем распоряжении целый пансионат холодные ключи. Дорогая, обо мне не беспокойся. Голливуд взял ее руку и перецеловал все пальчики с полукруглыми ярко-красными ногтями, как половинки пасхальных яиц. Глава сорок шестая. Савелий ждал хозяина, который обещал вернуться к обеду и сделать окончательный расчет. Работа выполнена. Саркофаг с мумией стоял в небольшой комнате. Видимо, номер на двоих работа выполнена. Савелий был не рад, что за нее взялся. Вроде бы ничего сложного. Духовку они соединили с жаровней, сосновых дров не жалели, бомж оказался худым и костлявым, обезводился скоро. Труднее было Савелью одному бинтовать сухое тело узким матерчатым, плоским, вымоченным в смоле и жидком гудроне бинтом. Пришлось использовать сложные химические отдушки, чтобы изгнать запах асфальта. Чем же он недоволен? Не было уверенности, что мумия пролежит долго. Все-таки не из Египта. Правда, хозяин сказал, что лишь бы продать, а потом пусть она хоть уходит. У Савелия не было и уверенности, что заказчик ее возьмет а не распознает самодельщину. От напряженной работы, от бессонных ночей, от смрада, от противнейшего запаха горелого мяса и асфальта постоянно першила в горле и болела голова, и еще неясная тревога щемила сердце. Откуда она и почему? Савелий препарировал ее, эту тревогу. Может, он совершает уголовщину? Бомж был мертв, мертвее не бывает. Занимается честной практикой. Теперь деловых людей награждают, правда, тех, кто сумел хапнуть не один миллион. Не похоронил труп? Бомжей никто и не хоронит. Под номером зароют в общую яму. В красивом саркофаге лежать ему приятнее коптил тело? А кто сказал, что при вскрытии ломать кости и пилить череп трупу приятнее? И разве их не сжигают? Савелий налил полстакана водки и проглотил с реактивной скоростью. Почему хирурги, патологоанатомы и кладбищенские работяги пьют? Потому что заглядывают туда, куда живому смотреть не положено. И все-таки откуда тревога? Не из-за трупа же. В анатомичке он их резал десятками, и даже ночевал в морге, правда сильно выпив. Может, нервы разъедал взгляд жидко-синих глаз хозяина, словно налитых бензином. Савелий решил с кухни уйти, где до горячего асфальта и Гарри, казалось, въелся в котлы и миски. Он уже встал. Одна из громадных кастрюль издала непонятный звук. Тренькнула, будто в нее уронили монетку. Если бы Савелий не выпил водки, то на звук не обратил бы внимания. Но поскольку он все-таки выпил, то поднялся и в кастрюлю заглянул никакой монетки. Но звук повторился и шел издалека, из коридора. Савелий вышел на полусогнутых. Звякнуло. Нет, звук не издалека. Звук из комнаты, где стоял саркофаг. Синичка влетела в открытое окно. Или кошка запрыгнула. Он на тех же полусогнутых прокрался к приоткрытой двери и заглянул одним глазом, не высовываясь. У стен две кровати, саркофаг посредине и никого. Тревога, вызванная, скорее всего, выпитой водкой. Он уже хотел уходить. Выпитая водка ударила жаром в лицо, словно ее мгновенно испарила высокая температура. Саркофаг вздрагивал от непонятного движения внутри. Савелий хотел сделать шаг назад, но было нечем. Нога пропала, он ее не чувствовал. В голове слиплись мысли. «Что там? Мумия ожила?» не досолили, не докоптили. Но ведь мужик без внутренностей вылезает. Саркофаг же на замочках. Покойница-мать предупреждала, что резать мертвецов нельзя. Савелий натужился, пробуя заставить ноги сдвинуться, и не успел. Из-за пузатого саркофага поднялась темная фигура. Новая волна жара хотела было шибануть в щеки, но как бы замерла на полпути. Не мумия. Парень в черном комбинезоне с дрелью в руках. Наверное, влез в открытое окно. Зачем? Сбивает с саркофага замочки? Крадет мумию? Размышлять было некогда. Пока вор его не видел, Савелий тихохонько подал назад на кухню и в считанные минуты собрал свои вещички. Бежать отсюда из этого проклятого места. Скоро хозяин приедет, просил помочь грузить саркофаг. Водитель поможет, а окончательный расчет... Дьявол с ним, с расчетом и с деньгами... С сумкой на плече Савелий бесшумно вышел из пансионата, перемахнул через штакетник и ринулся к шоссе через кусты, ломая ветки, как заблудившаяся корова. Глава сорок седьмая Плохое настроение от плохого розыска. Никакого розыска никакого настроения. Лейтенанта настораживало, что начальство оставило его в покое. Дергало по другим делам, но ни слова о скрипке, о сабле и о зубах. Лейтенанту заползло в душу годливое подозрение. Не подключил ли майор к делу другую группу и других оперов? Или тут влезло главное управление, да еще с ФСБ? В коридоре растопались. Лейтенант вышел. С конференции из ГУВД вернулись участковые и теперь покуривали грубками. Чедович подошел к одному, который ему нравился, и не нравился начальству. К сорока годам он едва дослужился до капитана. Серьезных проступков за ним не числилось, а так разные казусы. Например, обыск без всяких санкций. Ходил по квартире, якобы интересуясь житьем-бытьем. Открыл шкаф. Где такой купили? Заглянул под кровать. Шнурки у него развязались. Распахнул ванную. Кафелем облицовано. «Интересная конференция?» — спросил его чудович. «Разве за пару часов решишь сотню вопросов?» «Каких?» «Ну, хотя бы про идиотские вызовы участковых одна баба обнаружила под окном своего пригородного дома нечеловеческие следы. А чьи? Не то дьявол, не то инопланетянин. Капитан что-то говорил о глупости вызывать на эту хреновину участкового. Но чудович уже не слушал и отрешенно смотрел на шевеление его губ. Лейтенанта как парализовало. Ни страх, ни отвлекающие дела, ни зов начальника. Память, на которую он давил так, что мозг почти отключил слух и зрение. А какой участковый выезжал? Да, Телушкин из 47-го отдела. Чедович на пожарной скорости влетел в кабинетик и отобрал телефонов Фомина. Участкового Телушкина на месте не оказалось, но у Чедовича такой был голос и с таким напором, что участкового отыскали и велели соединиться с опером. Через двадцать минут тот соединился. «Лейтенант, что случилось?» «У тебя был вызов на какие-то странные следы». «Кто эту дурь разносит? Мало ли, что бабе покажется». «Но ведь ты тоже видел?» «Видел», не то след, не то на ходулях ходили. Круглые вметины, вернее, не на ходулях, а как бы на деревянных колодках. Чедович вздохнул. Может быть, ходули и колодки. Но в его зрительной памяти стояли плоские следы на пыльной поверхности пола за холодильником у старушки со скрипкой. Отпечатки замысловатые равномерно овальные, словно вместо ноги в ботинок затолкали чугунную болванку. «Лейтенант, где это находится?» — спросил Чадович. «Почти в городе. Улица Белорусская упирается в озеро, а на другом берегу пансионат «Холодные ключи». Он там один. Рядом старушка живет в единственном домике, Варвара Федосевна. К ней иди, только опер следы-то мы и затоптали». Они помолчали, затем поговорили о делах оперативных. Чедовичу показалось, что участковый разговор затягивает. Выждал и лейтенант. Наконец, Телушкин с неохотой признался. Опер, тут моя вина. Я участковому по фамилии Тупайла втер по ушам. То есть, сказал, что видел следы инопланетян. А он и раззвонил. Но следы-то были. Все, как тебе рассказал. Кто сейчас живет в пансионате? Один сторож. Просить машину Чедович не рискнул. На следы-то инопланетян. Помчался, как говорится, на перекладных, на метро, на троллейбусе, на автобусе и уж в конце вдоль озера пешком. Искать пансионат не пришлось, мимо не пройдешь. На реечной арке жестяные крашеные буквы, холодные ключи. Забор из штакетника оброс мелким сосняком, и Чадович прыгнул туда, где погуще. Во дворе стоял белый микроавтобус. Чей? Не сторожа ведь? Хотя бы сторожа. Из пансионата вышел человек, раскрыл задние двери и ушел. Приготовил для погрузки. Чедович погуще заслонился хвоей, которая обрадованно уколола щеки, а взглядом впился в микроавтобус. Из широко распахнутых дверей пансионата показался... Чедович не понял. Крыло самолета, тупая ракета или гигантский ларец? Гроб. Нет, саркофаг, блеснувший на солнце медью и серебром. Его несли двое, сгибаясь под тяжестью. Что в саркофаге? Скрипка? Чедович присмотрелся ко второму человеку и рубанул по сосновым лапам, как топором, чтобы их отстранить. Он, выше среднего, плечистый, шевелюристый, с бородкой, не то прихрамывает, не то спотыкается. Он! Пока Чедович ошелевал, они сели в автобус и выехали со двора. Лейтенант перемахнул через штакетник, схватил у крыльца дамский велосипед и ринулся за ними, подкатил к задней части автобуса почти вплотную, чтобы его не засекли в зеркало заднего вида. Чедович рисковал их автомобиль мог оторваться. Его велосипед мог врезаться, но самое страшное было в другом. Если упустит преступника и в этот раз, то ему, лейтенанту, не жить. По крайней мере, в милиции не работать, сам уйдет. В одном оперу повезло. Автобус с окраины города не уехал, а, покрутившись, вкатил во двор домов старого фонда. Чедович бросил велосипед на улице, прокрался следом и притаился в парадном. Автобус стоял у соседней двери. Оба мужчины саркофаг вынули, взяли на плечи и внесли. Чедович не сомневался, что в квартиру на первом этаже. Водитель вышел буквально минут через пять, запустил мотор и уехал. Оперативнику тоже хватило пяти минут, чтобы принять решение. Уйти нельзя. Вернешься ни подозреваемого, ни саркофага, да и квартиры нет, как не бывало. Чедович вошел в парадную. На лестничную площадку выходило лишь две квартиры. Дверь обшарпанная и дверь богатая, обитая чем-то блестящим. Оперативник подошел к богатой и нажал звонок. Глава 48. И тут чудовищ спохватился. Что он скажет? Не санкции на обыск ни постановление на арест, ни оружия, ни наручников, ни помощников. Встал из-за стола и приехал на велосипеде. Дверь приоткрылась, и без того узкую щель закрывали широкие плечи. Видимо, рассмотрев оперативника и его кудри, ракочущий баритон сообщил «Изольда живет напротив» а я к вам. Дверь отъехала. Чедович не знал, как поведет себя хозяин квартиры дальше, поэтому постарался застолбить участок пространства. Наполовину втиснулся в переднюю. Баритон его осадил. «Куда лезешь, урод?» «Милиция. Лейтенант Чедович». Представился урод, окончательно втискиваясь в переднюю. Милиция? Ну и что? Хочу осмотреть квартиру. А кофею не хочешь? Где санкция на обыск? Тогда предъявите документы. С какой стати, лейтенант? Широкоплечий, гривастой с бородкой, со шрамиком и, главное, самоуверенный настолько, что опер не знал, как действовать дальше. Надо усмехнуться. Если не ошибаюсь, Аркадий Аркадьевич. Ошибаетесь. Я не Аркадий Аркадьевич. Почему же боитесь показать квартиру? Она не моя. А чья же? Альберта Витальевича Монина, известного коллекционера. А где он? В спальне. Отдыхает. Дверь в комнату была приоткрытая. И Чедович видел нарядный край саркофага, стоявшего на полу. Спит ли хозяин? Есть ли в квартире другие люди? Видимо, все дело в саркофаге. Надо в него глянуть. И Чедович проломно шагнул вперед. Аркадий Аркадьевич отошел и захлопнул входную дверь, как бы впуская гостя и разрешая осмотр. Сильный удар сзади, видимо, ногой в подколенье и кулаком в шею, бросил Чедовича на пол так, что он пролетел переднюю и растянулся лицом вниз почти у самого саркофага. Он успел встать на четвереньке, но второй удар ногой в затылок ткнул его лбом в саркофаг. Чедович растянулся животом на полу и затих. Притвориться потерявшим сознание и притворяться не надо. Перед глазами колышется и убегает, словно лежит на ковре, который тянут за другой конец. Пистолет Б. Хозяин саркофага переступил одной ногой через распластанного оперативника, видимо, намереваясь сесть ему на спину. Чедович незаметно и глубоко вздохнул, чтобы приток кислорода дал ему силы, но ждать некогда. Он изогнул руку крюком и подцепил им ногу своего врага в ту долю, в которую ладонь подбрюченной соприкоснулась с чужим коленом, успел почувствовать что-то шершавое, теплое и противное годливость придала ему силы. Чедович рванул ногу, опрокинув противника на себя. Они схватились уже на полу, и оперативник сразу понял, что тот слабее и как-то рыхлее его, значит, дело техники. Тонкое стальное жало уперлось Чадовичу в шею. «Дело техники», Жала даже не уперлась, а на какую-то малую длину уже вошло в кожу. При малейшем движении оперативника нож резанул бы артерию как тесемку. Мне труп твой девать некуда опер. Может, договоримся? Всеми нервными клетками чудовищ словно ощупал свое тело изнутри, отыскивая мышцу, способную сократиться и отбросить преступную руку с ножом. Такой мышцы не нашлось. Там, где воткнулся нож, теплело от сочившейся крови. Звук, похожий на щелчок, заставил обоих вскинуть головы и глянуть в переднюю на входную дверь. Но щелчок повторился где-то рядом, внизу. Они оба уставились на саркофаг. Он вздрагивал, словно его трясли. Несколько секунд. Крышка медленно откинулась. Из саркофага поднялся человек. Голливуд от неожиданности обессилел настолько, что нож с шеи оперативника убрал. «Мумия встала!» но у мумии было миловидное знакомое лицо, а в руке — пистолет. «Геля!» — вскочил Голливуд. «Вовремя!» — поднялся и Чедович, хмуро прижав ранку платком. «Что делать?» Та стерва, которая помогала рубить палец, которая в парке сбила его с ног и которая правая рука этого Голливуда — Теперь она с пистолетом. Оперативник затравленно глянул по сторонам. Броситься к двери, прыгнуть в окно, вырубить Голливуда. Много вариантов, если бы не пистолет. Успеет пристрелить. Геля подошла к Голливуду и хрипло приказала. Брось нож. Гелюшка а руки на стенку. «Подсадная, значит», — прошипел Голливуд. Сознание Чудовича не поспевало за поступавшей информацией. Он водил взглядом по их лицам, стараясь проникнуться ситуацией. Голливуд за информацией поспел. Отвлекающим размашистым жестом бросил нож на пол, Геля нагнулась. Голливуд прыжком толкнул дверь в соседнюю комнату и заперся с той стороны. «Ломай дверь», — приказала Геля. «Теперь ему не уйти. Первый этаж». В подтверждение его слов где-то зазвенело разбитое стекло. Лейтенант ринулся в переднюю, чтобы выскочить на улицу в погоню, но в дверь стучали. Чедович открыл, оказавшись лицом к лицу с Леденцовым и Аладько. «Теперь не догонишь», — равнодушно заметил майор. Даже такие невероятные метаморфозы, как превращение уголовницы в союзника, чудовища не успокоили. Выходило, что он второй раз упускает преступника. Сперва того, маленького, теперь самого Голливуда. Леденцов спросил Гелю. «Майор, не задохнулась?» «Дырок-то много насверлили», — ответила она лениво. А Ладька подошел к закрытой двери и подергал. Ее сразу же открыли с той стороны. Вышел не старый мужчина, ниже среднего роста, с животиком и с бледно плешивой головой в подтяжках. Он щурился на яркий свет и оглаживал помятое лицо. «Что такое? Кто вы?» «Уголовный розыск». «А вы кто?» — спросил Леденцов. «Альберт Витальевич, коллекционер. Здесь живу». «А кто такой Голливуд?» «Шапошный знакомый, продает мне раритеты». «Откуда берет?» «Скупает у населения, я не вникаю». «Альберт Витальевич, вы спали?» «Да». «Как же Голливуд вошел в квартиру?» У него свой ключ. У шапошного-то знакомого. Понимаете, общий бизнес. Чедович смотрел на женщину-майора и вспомнил, где ее видел. В ГУВД на совещании. Конечно, она. Распущенные волосы цвета жидкокарей глины и глаза цвета густой глины с блестками. Альберт Витальевич, «А что это за гроб?» — продолжил майор. В «Саркофаг. Голливуд доставил». «Зачем?» «Для мумии». «А где мумия?» «Должна быть в саркофаге. Там нет». «Значит, обманул подлец». Чедович не улавливал ситуации. Он просто чего-то не понимал. «Ну, у майора лицо всегда с хитринкой». А почему Алатька кривит губы, будто с мешком подавился? Даже майорша почему-то ухмыляется надменно. И действительно, что должно быть в саркофаге? И если должно быть, то где оно? «Альберт Витальевич, а где же Голливуд возьмет мумию?» — допытывался Леденцов. «Его проблема. Куда он все-таки делся?» Вышиб стекло и выскочил, знаете, я и проснулся от звона, Ничего не понял, а вы уже тут. Как показалось чудовичу? Дальше началось не то театральное представление, не то сумасшествие, не то все разом опьянели. Леденцов, майор, которому говорили скоро дадут подполковника, сел рядом с коллекционером, слегка обнял его и ласково спросил: Голливуд, где ты взял мумию? Какой Голливуд, Господь с вами? Может быть и верно, ты дьявол с копытами. Гражданин начальник, что вы имеете в виду? Майор, не Леденцов, а другой майор, дама, подошла к хозяину квартиры и, как показалось чудовищу, лениво потянулась со словами — «Нет, Голливуд, не поеду я с тобой за границу». Из комнаты, где спал хозяин, вышел капитан Аладько с набором странных предметов, похожих на кучу старья. Леденцов принялся их сортировать. Парик, бородка, усы, баночка с кремами, которыми лепил шрам. А это ортопедическая специальная обувь, со шнуровкой и на пробке, которая увеличивала его рост. «На сколько сантиметров, Голливуд?» Тот не ответил. Все смотрели на него, как в зоопарке разглядывают диковинное животное. И в этой тишине, голосом негромко надрывным, Леденцов выдавил. «Челнока!» своего товарища не пожалел. «А где челнок?» — как бы спохватился лейтенант Чедович. «Голливуд сделал из него мумию». «Требую адвоката», — отчетливо произнес Голливуд. «Ага, о правах человека вспомнил», — вроде бы обрадовался майор. «Ребята, прописки у Голливуда нет, жены нет, Паспорт подложный, он нигде не значится. Едемте в пансионат и сделаем из него то же самое. — Что сделаем? — забеспокоился Голливуд. — Зажарим тебя до состояния мумии. Глава сорок девятая Следователю прокуратуры Рябинину пришлось осматривать два места происшествия — Квартиру коллекционера и пансионат. Гора протоколов, множество возникших оперативных вопросов. У ПК обязывает вещественные доказательства приобщать к протоколу осмотра и обыска. А что делать с саркофагом? Попробуй его, приобщи. А жаросушильные устройства в пансионате? Вся надежда на киносъемку. У Татьяны, старшего оперуполномоченного из аппарата ГУВД, Рябинин спросил, почему в гроб не полез Леденцов. Женщину сунул. Вдруг Голливуд оказался бы в пансионате, а я пришла якобы дать ответ на его предложение о загранице. Неужели мумию из саркофага сама тащила? Бррр! Оперативник войнул. А я в этот гроб... Флакон духов плеснула. Мумию извлекли из сарая. На черное обугленное лицо с вылезшими белками глаз смотреть избегали. Только чудовище грустно постоял над неузнаваемым челноком, простив ему хитрость, с которой тот бегал от него. Мумию отправили на судмедэкспертизу. Голливуда в наручниках отвезли в изолятор временного содержания. Допрос впереди. И, как бывает, после долгой изнуряющей работы, они обессилили. Хотелось повалиться тут под соснами на вересковые кустики и смотреть в осеннее небо, дышать сосной и принюхиваться к далекому запаху багульника. Общее настроение. — выразил Леденцов. — Что, пикник? — Только подальше от пансионата, — подсказала Татьяна. Такое место нашлось на бережку, с которого были видны кувшинки в озере, недобранные отдыхающими, брезент, два сухих сосновых обрубка и один пень сложились в столовое место. Капитан Аладько съездил в ближайший магазин, а Татьяна это столовое место превратила в застолье. Выпили традиционные рюмки, первую за успех завершенного дела, вторую за погибших товарищей, третью за женщин, точнее, за единственную тут женщину. Закуска была разнообразной, но сплошь консервированной, включая банку маслин. Оперативники взялись за свиную тушенку, Рябинин за рыбку, а Татьяна скушала одну маслинку. — Как же ты все-таки вышел на Голливуда? — спросил Аладька Чедовича. — Случайно, — хмуро буркнул лейтенант. — Нет множества случайностей. Например, с челноком. В конце концов, сложились у тебя в закономерность, — подсказал Рябинин. — А вот вы как на Голливуда вышли? — — нелюбезно поинтересовался чудович. Рябинин понимал его обиду. Получалось, что шло два параллельных розыска. Выходило, что лейтенант мог бы и не гоняться за Голливудом на велосипеде. «Лейтенант, мы все работаем по версиям. Ты по одной, я по другой. Никакой информации не скрывал. Голливуда я вычислил» не то, чтобы следователю не поверили. Общее сомнение выразил Аладько. Такого зверя и компьютеру не вычислить. Компьютеру нет, засмеялся Рябинин. Голливуд кто? Главным образом мошенник. Сколько в городе судимых мошенников? Несколько тысяч, вставил Леденцов. Верно. Но Голливуд — мошенник крупный, отбрасываю всех мелких. — И крупных много, — опять заметил Леденцов. Голливуд совершал мошенничество оригинальные, значит, отбрасываю все заурядные. И последнее. Голливуд перевоплощался. А таких набралось человек пятнадцать. — Прилично, — заключил Аладько. Мне выделили 15 оперативников на каждого подозреваемого. Все-таки как на него выйти, если нет ни адреса, ни прописки, не понимал Алатька. Помог хороший портрет, который мы показали всем таксистам. А пешком Голливуд не ходил. И вот звонок от водителя. Похожий тип приехал на такси и вошел в национальную библиотеку. Тут уж подключилась Татьяна, майор. Фамилию ее нам знать не обязательно. Можно было проще, удивился Чудович, пустить за ним хвост. Лейтенант, неужели такой зубр, как Голливуд, не засек бы хвоста? Взять бы его сразу не сдавался Чудович. И остаться без улик? Квартиры его не знаем, соучастников не знаем заграничных планов не знаем. Никто бы его не опознал без парика и прибамбасов. Да, теперь в его квартире засада, — подтвердил Леденцов. «Канал сбыта неизвестен», — заметил Аладька. «Впереди допросы. Голливуд не скажет». «Рябинину скажет», — заверил Леденцов. В наступившей тишине где-то цокнуло. Они подняли голову. Малую талику синего неба пересек почти огненный прочерк. Белка прыгнула с сосны на сосну. Все почему-то улыбнулись и подняли стаканчики, которые оказались наполненными сами собой. Они и опрокинулись по назначению самопроизвольно. «Кстати, о признании вины, — заговорил Рябинин, — был у меня парень» изнасиловал женщин 15, но не признавался ни в одном эпизоде. А очень любил читать. Принес я в камеру пару блокнотов и предложил ему описать все в форме романа. Сперва отказывался, потом начал, увлекся. Я эти блокноты приобщил к уголовному делу. Рябинин до сих пор работает без компьютера, оповестил Леденцов. Толстой тоже жил без компьютера», — буркнул следователь. «С компьютером написал бы втрое больше», — разъяснила Латька. «Сергей Георгиевич, говорят, парапсихологи создали бюро регистрации предчувствий». «А где регистрировать чувства?» «В ЗАГСе», — подсказал майор. Леденцов поднял руку, призывая выслушать важные сообщения. Все притихли, только Аладька своими лошадиными зубами грыз неизвестно откуда взятую кость. «Господа офицеры, майор Татьяна прибыла к нам из Москвы. Она сидела на пеньке и улыбалась природе, потому что ее ореховые глаза, похоже, были родом отсюда, от бурой коры сосен, от рыжих белок и желтой травы. Ее московское происхождение оперативников почему-то обрадовало. Чедович сразу же спросил: Пишут, что в Москве строят сити, а стриты и прочие авеню будут. А ладька тему развил. В американских ситях много негров. Как Москва выйдет из положения: негров завезет из США или саман плодит? «Отставить политику!» — рявкнул Леденцов. «Товарищ майор, какую предпочитаете тему?» «О любви», — призналась Татьяна. «Начинай треп о любви», — приказал Леденцов. «Опера, набиты историями, как телевизор деталями». Если толковому писателю просидеть с ребятами сутки, то смог бы выдать том под названием «Тысяча и одна криминальная ночь». Но приказано о любви. Первым по старшинству заговорил Рябинин. Раненый пережил в больнице клиническую смерть. Жена взяла об этом справку. Он вылечился, вышел а жить негде. Жена выписала его. Говорит, коли помер, иди на кладбище. Вот тоже история вспомнил Леденцов. У старшины Васюхина жена никак не могла дать ему наследника. Врачи обвинили его в несостоятельности. И вдруг родила. Старшина взъярился. мыл от кого? Жена призналась. От Вита Фона. Они посмеялись, но Аладька все-таки уточнил. Витофон-то кто? Иностранец, подсказал леденцов. Тогда и я знаю любовную историю про этого старшину. Завел он собаку, кабеля. А тут домогается хозяина. Как-то домогается, выразил общее непонимание леденцов. Сексуально. Напрыгивает на хозяина, хоть на улице, хоть при гостях. «Про любовь достаточно», — решил Леденцов. «Товарищ капитан, я хотел про Камасутру», — попытался высказаться Чедович. «Потом, Володя, между нами. Послушаем нашу гостью». «Ребята, завидую вашей дружбе». Леденцов, как старший по званию, поцеловал Татьяну в щечку. А Ладька, как следующий по званию, капитан, поцеловал в другую щечку. Чедович, который обнахалился со своими кудрями, поцеловал в губы. Рябинин не целовал, поскольку штатский, хотя его звание советника юстиции тянуло на подполковника. Вдруг обнаружилось, что водки осталось на последней рюмке. Рябинин поднял и начал прощальный тост. «Ребята, я говорить буду долго, но умно. Я следователь прокуратуры по особо важным делам, советник юстиции. Провозглашаю этот тост не ради законности. Попадет Голливуд к Фемиде» и начнутся адвокаты, жалобы, суды присяжных, протесты, права человека. И если я при расследовании допущу ошибку, то Голливуда оправдают на законных основаниях. Не дурь ли? Поэтому пью я не за законность, а за справедливость. Леденцов добыл водки еще на один последний персональный тост за Татьяну, красивую женщину и храброго оперативника. И уж совсем не вдомек, где сама Татьяна нашла водки на самый-самый последний тост. Ребята, как с вами хорошо! Конец книги. Октябрь, 2003 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Дина Григорьева.